В Тюмени в ДК «Железнодорожник» стартовала распродажа от Новоторжской ярмарки. Компании, которая занимается пошивом меховых изделий. Более 1000 моделей шуб предлагают со скидкой до 40%. Подробности далее. Мутон, овчина премиум, нутрия, стриженная нутрия, лисица, соболь и норка. На Новоторжской ярмарке более 1000 моделей шуб. Крупная компания-производитель меховых изделий работает в большинстве регионов страны и благодаря собственному производству сохраняет демократичные цены. Новоторжская ярмарка – это крупный российский производитель и большая меховая выставка продажи шуб из натурального меха. Мы работаем в крупнейших городах России с 2001 года. Нас хорошо знают и нам доверяют. И сейчас, как производитель, мы делаем реальные скидки. И таких цен на шубы из мутона, каракули, норки в этом сезоне уже больше не будет. Каждую модель по праву можно считать эксклюзивом. Над созданием изделий трудится целая команда модельеры и мастера по пошиву. Результат совместной работы – большая коллекция, которая объединяет в себе простоту и актуальность. Размеры от 42 до 60, от классики до ультрамодных фасонов. В производстве используется только российская норка премиум-класса. Такая шуба прослужит не один сезон и согреет даже в самые суровые морозы. Еще одна визитная карточка бренда – качество. Каждое изделие соответствует ГОСТу и имеет отличительный знак – зеленый чип. Только на Новоторжской ярмарке вы купите красивые, качественные и теплые шубы из российской норки премиального качества «Зимус». Эту марку хорошо знают в России с советских времен и ценят за высокое качество сырья и профессиональный пошив каждой шубы. Новоторжская ярмарка за шубой в ДК «Железнодорожник» будет работать до 31 марта включительно. Юлия Никифорова, Евгений Проскуряков, Тюменское время.